Kumul halimlerimizde iman ve
Şeylerden ve mürekkeplerin mut kazanından saklasın deyip, izgi, ibele, kalan ayımızda uzatırda diye bildik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayında, men sana Ramazan ve sallem iyi, fakat harramallahu cesedehu aleyhine. Kim muazzamda hem Ramazan'ı gayet namazı tutup uzatlar, o kişilerinin tenin, gövdesin, cesedin Allah Teala temuh kutundan kutlara Allah Rabbimiz cümlemizde cennet ehli bulurda nasip edip bizni kut kazanından yüze kutlarsın. Günahlarımızın tövbelerimizin kabul bulu neticesinde. Aziz din kardeşlerim, hürmetli vatandaşlarım, hürmetli meskev konakları, min sizi ihlas talebimden, Allah Rabbimizle en yakın olan İslam selamı ve selamıyım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah'ın rahmeti, şiksiz bereketleri, iki dünyadan selamı cümlemizde nasip olsun. Aziz din kardeşlerim, bağrımızda da mübarek, Eid-i Fitr, Uraza Begeme, Praznik, Razgalin gibi tebrik eden Allah Rabbimiz kutlu mübarek eylesin. Дорогие мои братья и сестры, дорогие единоверцы, уважаемые соотечественники, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня мы, мусульмане всего земного шара, отмечаем праздник ислама Ураза Байрам. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, от имени Совета муфтиев России, я сердечно поздравляю всех с праздником Ид-аль-Фитра Ураза Байрам, праздником Разгорения. Сердечно поздравляю также наших братьев-мусульман Содружества независимых государств, а также наших друзей, наших братьев, которые живут на материке и материке земного шара. Они направили свои искренние добрые с молитвами поздравления по случаю наступления нашего благословенного праздника. И мы со своей стороны направили сердечное поздравление нашим братьям и наши молитвы с пожеланиями, чтоб Всевышний Аллах принял наш великий пост и все совершенные богобоязненные благие дела. И да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания, и да будут прощены наши грехи и приняты покаяния. Да ниспошлет нам Всевышний Аллах здоровья и счастье, благополучие и покой в обоих мирах. И да будет благоденствие и мирное развитие в нашей любимой стране и мир во всем мире. Дорогие мои братья и сестры, в священном Куране Господь миров Аллаха Тбаракава Тааля
тех, кто жил до вас, представителям других авраамических религий. Именно вера и поклонение единому Творцу объединяет наши религии, указывает на единство духовно-нравственных ценностей ислама, христианства и иудаизма. Дорогие мои братья и сестры, по случаю нашего великого праздника нас поздравили наши братья из разных стран арабо-мусульманского мира, стран Содружества независимых государств, президенты и главы ряда республик, областей и краев, руководители министерств и ведомств, руководители международных религиозных и общественных организаций, деятели науки и культуры, наши партнеры по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству. Здесь, в главной мечети России, в Московской соборной мечети, находятся вместе с нами и молятся дипломаты, уважаемые наши братья, господа послы и представители посольств арабо-мусульманских стран. Мы сердечно приветствуем вас, дорогие наши братья. Мы признательны всем за поздравления и искренне благодарим за добрые пожелания в адрес мусульман нашей страны. Мы также передаем наши приветствия, поздравления и самые искренние пожелания мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые сограждане, нас, мусульман Российской Федерации, поздравил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я, пользуясь возможностью, предоставленной мне государственным каналом телевидения «Россия-1», хочу передать приветствие, поздравления и пожелания нашего президента всем, не только собравшимся сотни тысяч верующих, которые молятся в наших мечетях Москвы, но и через экраны телевидения 144 миллионам наших граждан, десяткам миллионов граждан Центральной Азии, стран ближнего зарубежья, а также через спутник, которые живут в дальних странах мира. Наш президент поздравил мусульман. Поздравляю вас с праздником Уразабыя. Уразабыя – один из главных религиозных праздников, которые на протяжении многих веков отмечают последователи ислама во всем мире. Завершая священный месяц Рамадан, он несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся. Отрадно, что российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному историческому наследию предков, чтут заветы и обычаи своих отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественном
особо отмечено их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья и хорошего настроения. Президент Владимир Путин. Мы выражаем искреннюю признательность главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину за его внимание, уважение, за поздравления и добрые пожелания. И молитвенно желаем президенту здоровья, успеха и стойкости в защите интересов страны и народов России во благо каждого гражданина. Дорогие братья и сестры, конечно же, каждый год, каждый праздник мы получаем поздравления и от председателя правительства Российской Федерации. И в этом году Дмитрий Анатольевич Медведев также поздравил всех нас с праздником Розалива. Уважаемый муфти, сердечно поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Розалива, одного из главных праздников ислама, который является символом возрождения и духовного обновления, учит справедливости и милосердию. Сегодня миллионы мусульман встречают Ид-аль-Фитр с молитвой и особым чувством радости, стремясь совершать благие дела, дарят заботу родным и близким, оказывают помощь тем, кому она необходима. Умма России многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. Особого уважения заслуживает ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Благодаря активной просветительской деятельности Уммы в разных регионах нашей страны открываются университеты, исламские университеты и институты, строятся мечети, также ведется большая работа по оказанию помощи верующим в совершении хаджа в Мекку и Медину. Желаю вам и всем мусульманам России здоровья, успехов, благополучия и всего наилучшего. Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Сегодня, в этот праздничный день, я не могу не напомнить вам, уважаемым моим братьям и сестрам, уважаемым россиянам, моим соотечественникам, о очень важных заявлениях нашего президента Владимира Владимировича Путина. Одно из его заявлений, президент, отвечая на вопрос американского кинорежиссера Оливера Стоуна, сказал: «Конфликтов между исламом, христианством и иудаизмом у нас никогда не было». И потом, наши представители исламского сообщества, они граждане России. У них другой родины нет. Россия – их родина. Россия объединяет культуру Европы и Азии, и каждый народ сохраняет свою самобытность. Диалог представителей традиционных конфессий определяет наше духовное единство, основанное на ценностях этих религий, справедливости, стремлении к правде, трудолюбию и уважении близких. Ислам
это яркий элемент российского культурного кода, неотъемлемая часть российской истории. Среди мусульман много ярких государственных и общественных деятелей, предпринимателей, представителей культуры и искусства, спорта, доблестных воинов, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Конец цитат заявлений президента. Эти слова президента четко дают ориентир всем нам, и верующим, и неверующим, и представителям средств массовой информации, и политикам, и государственным деятелям, и власть имущим. Считаю, уважительное отношение между религией и культурой, традицией – это залог мира, стабильности общества, государства. Это может не понимать только невежда. Дорогие мои братья и сестры, казалось бы, совсем недавно мы говорили о начале месяца Рамадан и значимости соблюдения поста. Однако благословенный месяц в очередной раз покинул нас, а значит, позади остались благословенные мгновения 29 дней, когда верующие добровольно от всего предосудительного стремились творить благодеяния в надежде на награду Всевышнего Создателя. Пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям, на благословение его Аллах и приветствие, передал слова Аллаха Господа миров. Единица вознаграждения за любое благое деяние сына Адама приумножается до 10 и может быть увеличена до 700, кроме поста, кроме уразы. Куллю амали ибни адама лах илля сау фа инна гули ва ана ажзилихи. Пост ради меня, и лично я воздам за него, говорит Аллах Табарака ва Тааля. Дорогие верующие, как мы печалимся из-за разлуки с кем-то очень дорогим для нас, так и провожая месяц Рамадан, ощущаем неподдельную грусть, но вместе с тем сердца переполняются радостью об осознании выполненного долга перед Всевышним Аллахом, который говорит в Священном Коране. Я Yeah.
через эти врата рая. Вошедший же через них никогда не ощутит жажды. Они освобождены, защищены от огня. Дорогие братья, достойно пройдя через Рамазан, обогатив себя благодарением, подчинив свой разум, свой дух, свое тело, свою похоть Божьей воле, многие окрепли морально и физически. Но самое главное – украсили себя наивысшим, наипрекраснейшим качеством верующего, богобоязненностью и набожностью. Основа ислама. Что? Скажите мне, дорогие мои братья, что такое основа ислама? Основа ислама – это чистосердечная вера, осознание божественного величия и могущества. Следствием же веры является послушание и выполнение повелений своего Создателя. Соблюдение поста в Рамадан – это способ научиться самоконтролю и самодисциплине. Благодаря самоконтролю, благодаря самодисциплине во время поста, человек много думает об удовлетворении потребностей своего тела. Человек уделяет особое внимание своему разуму, своей душе, а душа освобождается от грешных желаний, привычек и злоупотреблений. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Воистину, моя миссия заключается в том, чтобы довести нравы людские до совершенства». Также пророк сказал: «Я гарантирую обитель на краю рая тому, кто оставит спор, даже являясь правым. Гарантирую обитель посреди рая тому, кто оставит ложь, даже шутя. И я гарантирую обитель на высших степенях рая обладателю высоких нравов», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И напротив, минуя стремление к высокому нраву, человек может сделать свои усилия тщетными, а душу лишит истинного вкуса и радости поклонения. Он просто будет механически совершать определенные действия, но они будут пустыми и обернутся для него тяжелой ношей, как в этой жизни, так и в вечности. Тому множество подтверждений в судне нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В своем хадисе пророк сказал: «Мен лям яра кавля ас-сур валь-акрами, фалейса лиллахи хаджа ан яра ар-рабан ва шарабан». Господь Аллах не нуждается в воздержании от еды и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать трудные поступки и не могут опускать себя от совершения греха. Однажды посланник Аллаха обратился к своим сподвижникам: «Дорогие братья, послушайте, может быть, это касается и вас, касается всех нас. Пророк интересовался у своих сподвижников, у асхабов и ансаров, и спросил: «Это груна мен муфлис?»
Вы знаете, кто есть Ван Гог? На что сподвижники поспешно ответили? Благоразумию и пребыванию
Да благословит Бог Аллах и приветствует. И я хочу, чтобы вы все слышали, идеологическая направленность деятельности духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России всегда была и будет направлена на то, чтобы донести до российского мусульманства непреложные во все времена каноны ислама, а также фундаментальные основы, формировавшиеся не одно столетие учеными Ахль-Сунна Валь-Джамаа, едиными основополагающими вопросами вероубеждения и религиозной практики. Дорогие братья и сестры, внимните словам пророка. Он сказал: «Таракту фикум амрайн, лям тадыну лютам сактум бихима, китаб Аллахи ва суннака Расули». Я оставил среди вас две вещи, держась за которые вы не собьетесь с истинного пути. Это книга Аллаха и сунна его посланника. Пройдя божественную школу и мой мистер Рамадан, преодолев испытания голода и жажды, обуздав чувствами и очистив мысли, со свежими силами и обновленными выступаем на очередной этап нашего земного существования. Важно помнить и не забывать, что в каждый момент времени, как в месяц Рамадан, так и после него, мы пишем нашу книгу нашей жизни, книгу наших деяний, с которой предстанем перед нашим Создателем Аллахом Тааля. Всевышний Аллах призывает нас в Священном Куране: «О те, которые уверовали, будьте набожны, богобоязненны, и уверуйте в его посланника, следуйте судьбе пророка Мухаммада, тогда Аллах непременно проявит к вам милость свою в двойном размере и предоставит вам свет, с которым вы начнете идти по жизни до вхождения в рай. Он простит вам прежние грешения, Аллах милостивый и прощающий. Да примем Всевышний Аллах наши искренние намерения, гураза и молитвы, ночные дары на мазани и тавры, запятки фитрасовала, и дарует свое прощение и милость, и да раскроет врата райскую обитель. Дорогие мои братья и сестры, я сегодня хочу вам донести несколько важных советов, насиха. О, люди, дети Адама, верующие, где бы ты ни был и что бы ты ни делал, не забывай, что Аллах тебя слышит, Аллах тебя видит. Ты имеешь веру, иман. Ты знаешь, что есть халяль, дозволенное, и что есть харам, запретное. Зная об этом, если ты совершаешь грех, то тогда ты не ешь из того пропитания, которое тебе дает Аллах. Разве можно так, чтобы ты верил в Аллаха, знал, что есть добро и грех, и ты ешь из того, что тебе дает Аллах, а ты, совершая грех, идешь против его воли, нарушаешь повеление Аллаха? Ты человек, ты творение Аллаха. Оглянись, все, что окружает тебя, весь этот мир и все, что в нем есть, они принадлежат Аллаху.
случае не оставайся во владениях Аллаха, не оскверняй его землю, ищи себе другого места, если сможешь, для совершения греха. О человек, знай, жизнь дарована Всевышним Аллахом. Жизнь быстровечна, не удержишь, уплывет, придет время твоей смерти. Никто не знает, когда наступит твой последний час. Придет каждому ангел смерти Азраил, чтобы забрать твою душу. И перед тобой пролежит вся твоя прожитая жизнь, и хорошая, и плохая. И ты тогда скажешь: «Рабби ляуля ахартани иля аджалин кариб, фааддака ва акун мина ас-салихин, ва лан йуаххиру Аллаху нафсан иза джаа аджалуха, ва Аллаху хабирун бима таъмалун». О Аллах, подними мой уход в тот мир. Я еще не готов, я еще не раскаялся за свои грехи, и я боюсь того, что у меня недостаточно благих деяний, и я могу попасть в твою немилость, в твое наказание. Ты, человек, будешь умолять ангела Азраила и скажешь: «Дай мне время поклониться Аллаху, исполнить его повеление, сделать добро, очиститься от греха, покаяться, попросить прощения у моего Господа Всевышнего Аллаха». Но знай, брат, знай, сестра, знай, мусульманин, когда придет ангел смерти Азраил, уже никто не сможет отсрочить свою смерть. Поэтому пройдя испытание, очищение в этом благословенном месяце Рамадан, духовно приблизившись к Всевышнему Аллаху, давайте, братья и сестры, покаемся за прошлые грехи. Давайте просить прощения за наши ошибки и легкомыслия. Давайте стремиться сохранить ту нравственность, доброту и чистоту души, которую мы обрели, и будем благочестивыми, богобоязненными и поклоняющимися Аллаху. И давайте вместе, прочитая молитву, обратимся к Аллаху. Да примет Аллах табарака ва тааля наши молитвы, наши покаяния, ведь эти минуты хутбы, они не останутся неуслышанными и непринятыми. Аллах примет наши молитвы. Раббана обращаемся мы.
niyet kıldığım iki rekat tayin namazın okumaklıkla bahçe tekbirlere veren yöneldim kıbla tarafına ayırdım kuşku Hazreti İmam'la halisen lillahi teala Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الوصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'a Allahu liman hamide. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah.
исходнику. Аллах Иллахи Ашшайтани Ар-Раджим, Бисмиллахи Ар-Рахмани Ар-Рахим, ва мен авадаль ахирата ва саалях саалях, ва хуа муммин, ва улайка кана саалюхум машкура, садака Аллаху Ар-Разим. Барака Аллаху лена ва лакум фил Куръани Ар-Разим, ва нафана ва ийякум бил аяти ва фикри Ар-Хаким, иннаху хуа Ар-Рафуру Ар-Рахим, аль-Джаваду Ар-Карим, аль-Алим Ар-Разим, السميع الدعاء. Thank you.
Счастье двух миров. Аминь. Я благодарю.